Это меня зовут Даша, и вы находитесь на моем канале Даша Дрим. Это видео я снимаю с моими братьями. У меня есть брат, которому 8 лет, и его зовут... Родион. Да, его зовут Родя. И у меня есть брат, которому 4 года, он тоже здесь снимается, и его зовут... Денис Айткунов. Да, Денис, просто Денис. Итак, сейчас перед началом этого видео не забывайте подписываться на наш канал, нажимайте на красную кнопочку внизу под видео. Нажали, а обязательно теперь нажмите на колокольчик, тогда вам будут приходить уведомления о наших новых с мармеладкой видео. Так как мы видео снимаем вместе с моим единорожком Мармеладкой. Вот, а также, пожалуйста, нажмите на это видео лайк и... Так как мы очень старались, снимая это видео. В прошлом видео с моими братьями, это очень смешное видео, мы делали вот такой вот очень классненький лизунчик. Вот что у нас получилось. Вот, слайм. Да, это такой слайм ужасный. Тесто слайм. Да, тесто слайм мы его будем называть. Вот такой вот. Если вы не видели это видео, то обязательно посмотрите. И сразу извиняемся за... Разговоры посторонние. Да, еще болтает. Потому что мы сейчас находимся у бабушки. Да, у нас никогда не было боли в окне, да. Короче, Дима, мы обязательно снимем вот про Подожди. Короче, они там в балконе, мои братья, нашли какого-то жука Борю. И все время Боря. Жук, короче, какой-то. Не понимаю. Черный. Да, черный. Ну и вот, короче, сегодня мы будем делать очень-очень классный слайм. И для того, чтобы его сделать, нам понадобится. Итак, Роди, говори. Стаканчик такой, банка. Емкость, в которой мы будем делать лизуна. Дальше, Денис, что это у нас? Денис, что это такое? Емкость. Это емкость, да. А это что такое? Карандаш. Карандаш. Палка-мешалка. То, чем мы будем все смешивать. Также нам понадобится, Роди, говори. Клей ПВА. Фирмы Луч. Только с ним получается такой очень классный слаймик. Также нам понадобится крем. Можно брать совершенно любой. Белоручка. Да, белоручка. Мы вам потом расскажем про эту смешанную историю. Да, все, Роди, тихо не говори, не раскрывай все секреты. И, в общем, если мы над этим видео наберем 10 лайков, тогда я сниму еще какой-нибудь очень классный слаймик. И также нам понадобится самая обычная вода. Без разницы, теплая или горячая. И самый главный ингредиент – это тетрабарат натрия. Некоторые говорят тетрабанат, но правильно – тетрабарат натрия. Ну, тут написано натрия тетрабарат. Вот. И давайте приступать к приготовлению нашего слайма. Ребята, но перед началом этого видео хочу сказать, что в конце этого видео будет очень важная новость. Она для вас будет просто суперская. Так что смотрите это видео до конца. И, скорее всего, итоги конкурса будут не сегодня, а завтра. Так что, пожалуйста, меня извините. Итак, а еще хотим сказать очень одну важную вещь. Ребята, спасибо вам огромное за 56 или уже даже за 57 подписчиков на моем канале. Я вам всем очень благодарна. И, ребята, не пишите то, что я вас никого не смотрю. Я стараюсь смотреть всех. И если, ребята, мы наберем 60 подписчиков, то тогда я для вас объявлю очень-очень классную штучку. Так что давайте быстрее 60 подписчиков. Да, 60 подписчиков. И еще раз вам огромное спасибо. Я вас очень люблю. И давайте начинать делать наш слайм. Итак, сейчас нам понадобится емкость и палка-мешалка. И сейчас мы что будем делать, Денис? Клей. Выливать, да, клей. Вот у нас такой от фирмы Луч. Емкость. Да, да, нашу емкость. И подходит вот только такой. Извините, если у нас свет плохой, так вообще не видно. Вот, и давайте уже вливать. Я думаю, мы вот так побольше откроем, думаю, да? Кто согласен? Я. Я. Ну, значит, если он так, мы не потрясем его, и он никак не выбрызнет. Да, о, клей хороший, не засохший, а то бывают браки с клеем. И, кстати, у нас еще есть вторая баночка, так что пишите в комментариях, что нам сделать со второй баночкой. И я как-нибудь дома уже без моих братьев только сделаю это. Блин, я не вижу, сколько там еще у нас клея. О, да у нас еще много клея, так что давайте.
Добавим много. Все, я думаю, столько будет, хватит. И мы, если что, потом еще доделаем этот слаймик. Вот, все. Мы добавили больше половины, ну, точнее, я добавила. И мне кажется, этот клей слишком жидкий. Нет, клей хороший, все отлично, то я уж испугалась. Вот такой белый обычный клей. Вот, можно его помешать. Покажи им. Ой, вот. Карандаш замазался. Давайте я вам покажу, так вверх подниму. Вот такой консистенции. Он у нас обычный будет беленький, потому что если мы сделаем какой-нибудь, допустим, оранжевый, у нас тут очень отражается плохо, у нас тут цвет вообще... Оранжевый. Да, оранжевый. Лавовый прямо. Да, вот. И давайте помешаем немного. И у нас старый карандаш, так что не подумайте, что мы переводим вещи и деньги. Если будут посторонние звуки, опять же, извиняемся. И сейчас мы будем добавлять что? Давайте, ребят, давайте проголосуем у моих братьев, что добавлять. Крем. Крем, либо же воду. Что мы будем сначала добавлять? Это. Я думаю, клей. Да. Какой клей? Мы уже клей добавили. А, да, вот это. Крем, либо воду. Кто за крем? Поднимите руку. Ладно, тогда добавляем крем. Все согласны добавлять крем. Можно совершенно любой. И, кстати, в комментариях, конечно, сейчас можно написать. Ну да, мы не будем ждать. И, кстати, ребят, не забывайте подписываться на мой инстаграм. Он называется DashaDream111. Да, у меня серьезно есть инстаграм. Так что обязательно на него подпишитесь. И я там хочу снять видео. Подписчики управляют моей жизнью. Ну, я не знаю, как я его буду снимать, если, конечно, вы захотите. Только, Дашки, не пишите всякие там, сделай такое бесконечное, ого, такое невыполнимое даже супер-мейл задание. О, что-то какой-то этот желтый кремусик. Наверное, уже... А, кстати, пропустим. Вот этот... Да, Денис, блин, что ты делаешь? Итак, ребят, просто Денис тут все смахнул у нас сейчас. У нас было такое ЧП, слава богу, ничего не пролилось. Давайте еще... Я же сама. Вот, давайте желтый протух, что ли? Да, давайте еще добавим. В общем, это у нас крем для рук. Вы можете. Даша, скажи вот своим подписчикам, чтобы они не делали там всякие там для жизни управляющих там невозможное даже супермыло. Да нет, просто ты же даже не знаешь, как это делать. Как... Вот. И, короче, у нас получилось как-то так. И, в общем, пока что нормально. Просто Роза у нас тут за кадром с куклой игла играет. Да шучу. Итак, добавляем воду или нет? Да. Да, наверное, надо. Чуть-чуть так. Не прям такую огромную массу. Я думаю, столько будет. Ой, страшно. Ну, конечно, Даша же. Даша же просто суперслаймер. Ой, блин, кажется, я переборщила с водой. Теперь надо больше клея, больше. Да, давайте. Полоручки. Нет, мы добавим только клея. Много. Да, кажется, придется оставшийся вылить. Ну да, там чуть-чуть осталось. И, кстати, ребят... Ой, Даша, ты опять насвинячил еще. Тихо! Не надо меня тут. Да пофиг, пусть там. Свинкой обзывать. Сейчас я тут все приберу, сейчас все будет хорошо. Просто за кадром, чтобы вам было интереснее видео смотреть. Мои братья сидят и комментируют все, что я делаю. А что, я люблю, может, я даже как-то-нибудь скажу. Итак, комментатором. Вот, посмотрите, что у нас сейчас получается. Это все нам нужно для глянцевости нашего слайма. Да, и, кстати, можно еще добавить детское масло, но так как у нас детское масло у нас нету, мы делаем такой мини-оригинал. Тихо! Подъел меня. И сейчас наш главный ингредиент — это титрабарат натрия. Титрабарат? Вот у нас видео с братом, с братьями моими. Всегда что-то... Ой, блин, беру, наверное. Давайте не будем ржать, я так ржу. Это видео мы снимаем без мармеладки, к сожалению. Ну, потому что она опять заболела. Да, ребята, это очень плохо. Да, поэтому пишите хэштег мармеладка. Блин. Пишите хэштег мармеладка выздоравливай. И мармеладка обязательно выздоровеет. Блин, кажется, мы все-таки что-то не так. Может, надо еще чуть-чуть крема? Нет, крема-то куда? Или этот трибарат натрия какой-то плохой. Ну, у нас должно все получиться. Что? У Даши и не получалось. Ну, да что? Все должно... Ой, он какой-то жидкий.
Да, ребята. О, что-то начало сворачиваться, так что... Да, начало сворачиваться, ребята. Да, мы вам сейчас покажем, как это все... Роля, подержи, пожалуйста. Ой, блин. Ой, на куклу это... Камень. Короче, ладно, я так сама. Вот, и посмотрите, что должно у вас получаться. Вот. Все, сядьте на место. Уже чуть-чуть погуще. Да, мы снимаем это видео у нашей бабушки. Ты уже это говорила. Да, это я уже говорила, блин, господи. Не могу поставить камеру. Блин, ребят, да что такое? Все, короче, вот, и у нас начало все загущаться. Да, и кажется, да. Да, и кажется, у нас все получится. Густенок. Я думаю, сейчас я помешаю минут 5 и к вам включусь. Девёшка славная. Тихо, Родя. Вот, вот, ребят, я помешала, и у нас, да, загустилось уже. Нужно еще только... О, какой погуще становится. Да, его вообще уже очень сложно мешать. Денис, тихо, не лезь, ты... Так, ребята, все. У нас тут произошло... Извините за такое ЧП. Да, и кажется, я все-таки передумала добавлять. Ой, сама вот уроняю, господи. Да что ты прямо человек Мёрфи сам для себя. Да, я молодец, ребят, поставьте мне лайк. Вот, и посмотрите, что у нас уже сворачивается. И этот слайм должен получиться у всех. Так что, ребят, если мне кто-то напишет, что у них не получилось, просто вообще сойду с ума. И сейчас я буду доставать его уже из мисочки, пока все протиру это. Итак, ребят, мы думали добавить пенопластовые шарики, но после того, как мы узнали, что у нас их нет, у нашей бабушки, мы очень расстроились. Вот, и, короче, давайте, вот, видите, как уже отлипает наш слайм. Сейчас я вам покажу, как он отлипает. Вот, извините, если... Ну, короче, я не могу показать. Блин, кто-нибудь подержите, Денис, держи. У меня руки держат. Да, вот, спасибо. Вот, и посмотрите, вот, видите, как он уже отлипает. Давай. Спасибо, Денис, ты лучший. И тут у нас, кажется, покрасился немножечко слайм. От синей краски. Ну, то есть не от синей краски, а от синего карандаша. Давайте его вывалим на стол. Я уже даже не пробовала брать. И кажется... Хорошо. И кажется мне, что он у нас получился. Да, он у нас получился. Чуть-чуть, конечно, такой, наверное, жиденький, да? Туда. Да. О, да, у нас получился супер слайм. Тоже воняет, как эта белоручка. Да, у нас крем есть белоручка. Мы вам как-нибудь потом расскажем его историю. Вот, и посмотрите, как классно тянется этот слайм. Мне он очень нравится, то, что у нас получилось. И, кстати, вот никогда у меня не получался такой очень классный слайм. Ну, да, и он... Тихо! Вот. Орёл. Мы просто снимаем, короче, на движение. Даша, ты больше куклами не будешь вот такие вот этими играть? Тихо, Роня. Не будешь? А что? Ты ее сломал? Нет, я ее загрызть хочу. Я была тут за камерой. Такая история. И сейчас мы вам снимем с верхнего плана эту всю красоту. Итак, ребята, извините, если камера трястись будет. Даша, ну, вот такой вот слайм у нас, Даша, получился. Это кукла... Тихо! Это кукла. Итак, ребят, Родя держит камеру. Родя, да не тряси ты! Это не я, это Денис мне просто трясет. Итак, вот такой слайм у нас получается. Тут все орут. Да, Роля, блин! Это не я, это Денис все делает. Ребят, вы не видели ни меня, ни моих братьев, я надеюсь. Да, Денис, ну, блин, не тряси Родю, а то камера из-за него трясется. Итак, вот сейчас я соберу весь слайм и покажу его вам. Ой. Да ты что ты делаешь, господи, блин, Родя? Так он тыкается. Так растягивается. Он немного хрустит. Да, он хрустит. Я слышу это. Вы, наверное, не слышите, но он хрустит. Вот, да. Тихо, Денис. Вот такой слайм у нас получился. Поставьте ему лайк. Сейчас, подождите. Короче, ребята, у нас тут мой брат, блин, Денис, которого зовут, он орёт неимоверно просто.
Да, а мы с Родиной над этим ржем. Вы даже не представляете, как он ревет. Такой вот классный слаймик. Поближе, пожалуйста, приблизь. Да, пониже, вот, спасибо. Вот, ребят, и, наверное, убери. И, наверное, Родя мне всегда будет помогать снимать. Потому что Родя очень хороший съемщик. Ставьте лайки, если вы хотите, чтобы мы с Родей продолжали снимать. Туда, 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 туда. Да, потому что он очень классно цокает, тянется. Такой вот слаймик. И это не просто то, что из клея и тетрабората натрия. Это что-то другое, да, Родя? Mm-hmm. Помнишь, мы пробовали? Да. Ребят, мы можем снять видео отличия обычного слайма. И если... Он даже засох. Да. Мы можем снять видео, если вы хотите, отличия обычного слайма или слайма. Ну, в общем, ждите следующего очень классного видео, где мы тоже будем делать слайм, но он будет гораздо проще, чем этот. И, пожалуйста, поставьте этому слайму лайк, так как он очень крутой, и обязательно попробуйте этот способ, так как он очень легкий. Посмотрите, как он цокает. Вот мне больше всего нравится, как он цокает. И в следующем видео... Мы сегодня за один день сделали 2 слайма. Да. Бати слайма и еще слайм. Ждите третий слайм. Мы его сейчас будем снимать, это видео. И итоги конкурса, повторяюсь, будут не сегодня, а завтра. Да. Так что до встречи в новом видео. Я вас всех люблю и... Пока.